Хочу вам показать вот такую интересную насадку, такое вот устройство, насадку на кран. Пришла с магазина Tiny Deal, понятно. Вот, вот такая вот насадочка, очень удобная тем, что она, во-первых, распыляет воду очень хорошо. Видите, какая сеточка там внутри стоит, распылитель воды. То есть работает достаточно тихо, очень хорошо распыляет и насыщает воздух, воздухом воду. И самое удобное то, что она, ну, во-первых, то, что экономит воду до 60%, по крайней мере, так дает изготовитель. И хороша она тем, что у нее вот эта сама насадка, вот как головка, да, видите, она вращается. Вот, видите, на 45 где-то градусов. Вот это именно вращающая головка, она очень удобна управлять вот этой струей воды, которая идет из-под крана. Вот такое нехитрое устройство. Сейчас, ради интереса, конечно, сейчас я подключу и посмотрим, как она работает. Но думаю, что хозяйка, конечно, будет очень довольна вот такой вот, такой вот насадочкой. Итак, вот тут, видите, есть отдельно вот такая вот как бы втулочка, хоть она и пластиковая. Здесь внутри вот беленькая такая, если вам видно, вот прокладка стоит. И вот эта вот втулочка вот так накручивается. Краны разные, то есть как бы переходничок вот такой. Можно сразу закрутить на кран. У кого кран внутренний, значит, тот вот внутренняя резьба вот так вот на внутреннюю резьбу, а потом эту сверху. Или у кого резьба сверху крана, значит, можно вот так закрутить. В общем, переходник есть. Все здесь есть на этом устройстве. То есть вот такое вот симпатичное. Сколько оно прослужит, я не знаю, но если даже и год прослужит, то стоимость этого устройства 90 рублей всего-навсего. Я думаю, что даже если и год прослужит, то это уже будет хорошо. Сейчас пойдем посмотрим, как оно работает. И, конечно, я оставлю ссылку в магазине Tiny Deal, посмотрите. Здесь в магазине видно, что они еще есть в продаже, эти насадки. Стоимость ее тоже видите, сколько она стоила, сколько она сейчас стоит. Немножечко ее как бы оценили. Вот тут можно посмотреть различные ее фотографии, картинки и так далее. Ну, в общем, кому надо, посмотрите еще раз сами. Если кому такое устройство нехитрое надо в хозяйстве, то можно, конечно, здесь приобрести, купить. По крайней мере, я вот такое устройство я в наших отечественных магазинах и на рынках не видел. Так что, пожалуйста, кому нужно, в магазине Tiny Deal еще есть продажи. Итак, вот это устройство мы видим. Я его поместил на кран вот сюда. Вкрутил, даже втулочка мне вот этот переходник, вот этот мне не нужен был. То есть, вот так, как вам показать, вот этот переходничок не понадобился. Итак, мы видим, вот это устройство, оно может вращаться у нас, видите, на 45 градусов во все стороны. То есть, очень удобно. Вот так вот она работает, то есть, чуть-чуть буквально воды и уже струя воды, очень экономная. Видите, вот сколько пузырей. Если вам видно, вот практически она вся в пузырях. Вода. То есть очень хорошо насыщается кислородом. Ну и видите сами, то есть можно в любую сторону повернуть. Вот так струя воды льется вот в любую сторону нашей раковины, мойки. То есть в этом плане очень удобно. Хозяйка уже оценила это приспособление, эту насадочку. На отлично, потому что очень удобно, давно уже такую вот хотели, искали, но вот нашли в этом магазине. Да, совсем забыл. Чтобы переключить на душ эту насадочку, нужно просто корпус вот так вниз оттянуть. Получается такая вот канавка. Вот, и включаем, пожалуйста, идет теперь душ. Для того, чтобы назад, допустим, нам нужно переключиться, опять переключаем вот таким вот образом. То есть вверх поднимаем ее, вверх корпус, и вниз корпус идет душ. То есть очень все просто.